поход в магазин или аптеку, прогулка с питомцем, пит-стоп на заправке. Врачи назвали места, где с большей долей вероятности можно подхватить коронавирус. Опасно даже, как выяснилось, выносить мусор. Шопинг в антирейтинге занял вторую строчку. Я в основном хожу маленькие такие, где там зайдешь, и один человек, а то и никого нет. Страшно вот выходить на улицу? Вы знаете, надо настроиться морально, и как раз не будет страшно. В магазине на Минской администрация, что называется, в теме. В фокусе – безопасность покупателей. Выдерживайте дистанцию 1,5 метра. Такие предупреждения в зоне кассы на каждом шагу. На продавцах марлевые повязки и перчатки. С поставщиками теперь работают в основном по электронной почте. Никаких лишних контактов. В торговом зале кругом антисептики для рук. Мы всегда утром проводим 5-минутку, измеряем температуру. Ну, естественно, самочувствие, как себя человек чувствует. Слава богу, что все у нас в рядах. Директор откровенничает. Еще на прошлой неделе тележками вывозили гречку, лимоны, сахар и соль. Сегодня в корзинах в основном продукты первой необходимости. Заразиться можно в любом месте, и в общественном транспорте, и в магазинах, и при посещении каких-нибудь массовых мероприятий. Но необходимо соблюдать какие-то определенные меры личной профилактики, меры общественной профилактики. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии акцентируют, повода волноваться нет. Инспекторы держат руку на пульсе, общепит проверяют регулярно. Особое внимание проветриванию и исправности вентиляции. Специалисты уверяют, сейчас самое время позаботиться о здоровье, своем и близких. Профилактика в приоритете. Мария Бересневич, Максим Галионко, Андрей Богдан, Бобруйск 360.